Дощечку закрывай. Рука! Рука! Назад! Слушай, это, по-моему, глюк, нет? Она не может открыть, потому что она тебя покоцала. Да, слушай. Ну, сидит там, короче, до конца. А я упал, смотри, видишь шиконку? Да, вот поэтому она не может открыть ничего. У меня второй раз уже не было. Короче, ты какой-то гроб. А ты выйти вообще не можешь? У меня восстановить силы там есть. А пробел нажать просто. Нет? Нет. Не работает? А если интересно, если какой-нибудь чувак к тебе подойдет. А как ты не. Нет, ты лежишь там, да? У других отображается, как ты лежишь. У меня же должен был сработать этот адреналин. Да, кстати, странно. После этой, по-моему, уже звери. О, она зафармит ту, которая открывала дверь. Вторая, наверное, у выхода. Вторая бежит другой открывать. То есть с кунишкой она не идет никого спасать. Хотя она могла тебя спасти, например. Потому что ты лежишь далеко от того места, где фармят эту Ирз. Может, она вернется, сейчас откроет. Нет, она просто сбегает. Могла бы тебя спасти, кстати, без проблем. А ты прям в нем заперт? А как она меня будет вынимать отсюда? Никак, ты сдох. Она ж не сможет, да, и придется выходить. Или нет, подождешь. Сколько там, половины жизни у нас осталось. А, да. Жизнь тратится. О, это все-таки решилось, короче. Причем она с крюка решилась спасать. А не тебя, а с крюка. А не можешь в пати? Просто очень странно. Она тебя могла уже давно спасти. Хоть бы газетку положили почитать. А то сижу так, как в толчке. Все, она убежала. Забавно, забавно. Ультимейты какие-то вообще плохие. Подряд каток какие-то вообще уроды. Я пойду покурю тогда, пока я тут встаю. Она к тебе вернулась. Ребята, я кстати, что отображается? Я вижу, как ты прям вот в шкафу, знаешь, как будто стоишь. От первого лица или? Да, да, да. Или как от будто... третьего? От первого. Из как монитором водишь. Ну, я не знаю, может это так камера просто глючит. Но вот как будто от первого лица, как будто ты сидишь сейчас в этом ящике.